Эминдал! Вен! Покажи-ка свой лучший удар! Удар! Покажи ты свой лучший удар! Железная нога владеет техникой девяти янь! Ты чё, охуела, что ли? Опа, отметка! Файтинг! Демонстрации! Бои, сражения! Битвы, смертельные файтинги! Это Mortal Kombat! Сейчас! Яу-яу-яу-яу-яу-яу-яу! Держаться вместе, Тундра. То, что ты принял облик своего брата, определенно привлечет внимание. И отнюдь не дружеское. Ты прав, Смоук. Но взять облик Бихана — это лучший способ его почтить. Тогда идем дальше. Саб-Зиро. Надо разделиться. Наши приятели из Линквей не будут сидеть сложа руки, как только узнают о нашем отсутствии. И если бы они поведали подробности о гибели твоего брата, мы найдем Шан Цунга. И он расскажет нам все, что знает. И если он убил Бихана, то он умрет. Будь скрытным, подобно ночи, и смертоносным, как рассвет. Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Андрей. Император принял мудрое решение, отправив меня сюда. По его миру бродят незваные гости из Линквей. Может, твой император и мудр, но было глупо с его стороны отправлять свою горничную помешать делу Линквей. Я Китана, принцесса внешне. И я жестоко обойдусь с неучтивыми нарушителями. Round one. Fight! Это Mortal Kombat, друзья, это Китана, та самая Китана, сиськи мне твои надо. Китана, ты хуетана, давайте начнем, давайте продолжим вспоминать, что было тогда в прошлой серии Mortal Kombat. У нас была история нескольких персонажей, этих самых персонажей нескольких у нас выбыло. Я хорошо, кстати, комнату проветрил, у меня так маленько, даже я маленько примерз. У нас хоть сегодня персонаж такой Саб-Зиро, тот самый, ну правда не Саб-Зиро, а брат Саб-Зиро, поэтому окей, ладно, он же такой морозный, весь из себя крутой. О, ничего себе, мне, кстати, нравится. Маленько заглючил Смока. Мне нравится, друзья, этот имбовый персонаж Смок. Что-то в нем есть такое есть. Что-то в нем есть, по-любому, да. Китана, я, конечно, все понимаю, но... Китана, ты Китана, но надо тебе любовью заниматься, а не битва здесь. Поэтому буду тебя вот так вот убивать. Кстати, красивые друзья, у нас тут местность такая. Опа. Юзаю делаю, юзаю, юзаю и красивенько тебя вырубаю. Это мастера кунг-фу, наши любимые всеми здесь. Опа! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Красивенько, суперски, да! Очень, друзья, много функций у Смоука. Опа! Дымок, дым, мы хотим дымку, ну-ка! We want the smoke! Красиво он разворот так делает. Smoke wins. Нет дыма без огня. Есть дым, есть огонь. Спокойной ночи, принцесса. Есть дым, есть огонь. We want the smoke, мы хотим дымку. С армией, вооруженной этим, никто во внешнем мире или в земном царстве с тобой не сравнится. Отлично. Передай своему приятелю из черных драконов, что меня интересуют ваши товары. Шан Цунг. Я с ним разберусь. Бесплатно. Один мертвый Лин Куэй. Через секунду. Раунд 1. Файт! Ну что, друзья, давайте знаем, что было в прошлой серии. Аккуратненько, спокойненько, сразу налетел мне на меня этот самый Кана, хуетана. Так вот, друзья, в прошлой серии у нас была история нескольких персонажей. Давайте про Лю Кана, этого самого... Лю Канга вспомнил, этот самый быстрый, шустрый, ловкий персонаж, который владеет техникой девяти янь, друзья. Единственный воин земного опа-царства, кто дошел до финала, естественно, турнира. Непобедимый чемпион, друзья, одолел Шан Цунга, этого старого хряща, спас земное царство, этим самым, естественно, да, опа, аккуратно, не поунил я. Кана, ты хуетана, который дрался. Опа, можно было подловить, я его, естественно, подловил, почему был в принципе, нет, опа, это сейчас красивенько было схвачено, опа, пролетел.
Еще могу также тебя Кана Хуитана. Тот самый Кана, который дрался с Джонни Кейджем в первой серии. Опа! X-Ray делаю! Фаталити, бруталити, хуиталити. Хорошо, череп пробил, ну и все, и готов, в принципе. Первый раунд, по крайней мере, за нами просто отличненько был сделан, да. Так вот, друзья. Спас земное царство Люкан в прошлой серии, но амулет, этот самый амулет Супермена Райдена, все еще поврежден, друзья. Если не... Опа, аккуратно. Если не Люкан, то еще должен был победить, друзья. Также в прошлой серии, друзья, когда мы перешли за персонажа Джекса, у нас тут было нападение, вторжение на земное царство со стороны внешнего мира этого императора, милорда Шаукан, или как там его, ну тот самый повелитель вселенной, вроде бы, да, вроде бы, естественно, да, Шаукан, друзья, его цель поглотить внешний мир, ой, внешний мир-то он уже поглотил собой, его цель поглотить, напасть на земное царство. И мы сейчас с вами, друзья, вроде бы в внешнем мире сейчас находимся. Опа! Красиво, да? Опа, опа, туда-сюда красивенько сделали. Я хочу потолковать своим партнером. Выкладывай, что тебе известно о смерти Саб-Зира. Что? Несмотря на его поражение на моем турнире, держу пари, что он сильнее тебя, Лин Куэй. Приняв его облик, ты не получишь его навыков, оборотень. Посмотрим, сможет ли дым замерзнуть. Оборотень. У меня тоже есть прохладненько в комнате. Замерзший ты, Саб-Зира, принявший облик. Саб-Зира этого самого. Так вот, друзья. В прошлой серии что еще было? Также Джек спас Соню Блейд, друзья, как настоящий джентльмен. Ну а мистер категория А, та самая категория А, Джонни Кейдж, который получил лещи красивенько от Джекса. Снова он проиграл, снова Джонни Кейдж опозорился, снова Джонни Кейдж получил, что хотел за свой язык длинный. Опа. Ну что, рептилия, будем с тобой справляться или как? Нужно придерживаться стратегии, естественно, потому что их здесь двое, нужно не забывать про это самое, все самое, окей, да? Так вот, друзья, ему сказали, этому самому Джонни Кейджу, как ему сказали, ну-ка напомни мне, как ему сказали. Опа, аккуратно пришел Саб-Зиро, спокойно, аккуратненько, аккуратненько, опа. X-Ray есть, опа. X-Ray был X-Ray, и нету больше X-Ray. Так вот, друзья, держаться близко, как тень. Держаться близко, как тень. Вдвое тише тишины. Именно так ему сказал Райден, тот самый Супермен. Джонни Кейджу нужно, да, держаться очень, да, держаться нужно близко, прям как тень. И быть вдвое тише тишины. Спокойно, друзья, смог пока что у нас не совсем прям здесь лидирует в этой самой битве. Смертельно, не смертельно, не знаю, что будет дальше по сюжету Mortal Kombat, да. Сейчас мы с вами проходим за персонажа Смоука, очень даже интересного персонажа. Я его не особо помню, этого персонажа. Опа! Ну-ка еще! Ах ты собака, сутул, это моя техника. Моя стратегия в этих мастерах кунг-фу. Они прибыли сюда, владеющие кунг-фу. Опа, опа, пролетел, опа. Спокойно, у всех примерно равенство сил. Правда, сейчас я лидирую на кое-какие проценты. Спокойненько отхожу, придерживаюсь стратегии. И выцеливаю момент. Спокойненько. Рептилия. Опа. Аккуратно. Бам! Все, нету больше рептилий, последний Саб-Зиро. Опа! Ну как, все? Смог выиграть. Покойненько, друзья. Вот сейчас нужно аккуратненько. Сейчас нужно аккуратненько придерживаться только этой самой стратегии, друзья. Придерживаться стратегии и быть совершенно готовым нести удар. Опа! Вот такой вот удар, друзья. Придерживаемся стратегии, потому что, друзья, как говорится, дым может заморозить этот Саб-Зиро. Он же Саб-Зиро, он же тот самый морозный персонаж. Опа, 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 пролетел. Спокойненько. Слишком много не показываем, что мы можем, потому что их тут двое. Все-таки не будем слишком выпендриваться, выебываться. Тем более, это еще и плюс второй раунд, потому что если проиграем, то будет третий. Правда, не конец. Опа, у него есть X-Ray. Держим позицию, может выстрелить. Опа. Аккуратно. Опа. Не слишком они, в принципе, реагируют на все эти опа-моменты, поэтому, в принципе, есть шанс. Как казалось бы, да, уровень какому-то стал легче, но нет, друзья, уровень сложности средний, друзья. Это просто я натренировался уже на
Опа! О, нормально сейчас было! Опа, рептилия, здравствуй! Рептилия, до свидания! Опа! Смотри, что делаю, хотел сказать. Ты чего, попутал, что ли? Нет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, X-Ray, ну-ка, мальцы, я, если я сейчас попробую, а если я попробую, X-Ray, фаталити, бруталити! Аккуратно. Да, в принципе, можно его и так убрать, без X-Ray. Куда уходит? Опа! Куда ушел? Зачем ушел? X-Ray пропал, походу. Ладно, вот так мы можем добить, в принципе. Да вообще по фэншуй сделаем. Опа! Куда, репта? Уипта, рептиля. Опа, такой нас... Просто туда его, оп, и все. А теперь отвечай. Что тебе известно о Саб-Зиро? Что? Смоук. Скорпион, что ли? Ты ослушался приказа не покидать храм Линквей. Сектор? Ты вернешься с нами и начнешь свою трансформацию. Ты все-таки это сделал. Ты киборг. Мы Линквей. Еще тише, чем ночь. И более смертоноснее рассвета. Да-да-да. Тише, чем ночь. И смертоносный, как рассвет. Опа, аккуратно. Сектор, хуектор, спокойно. Опа, ты. Киборг, киберспособный, ты у нас есть персонаж, сектор. Опа! Ах ты, железяка, спокойно, консервная банка. Трещит только так, опа. Опа. Хорошенько, да. Хорошенько, да, бесстрашный здесь у нас. Нет страха, друзья, вот нету страха у бесстрашных. Это всего лишь иллюзия. Это самая иллюзия. Спокойно, да. Запомните, друзья, твой самый главный враг какой? Ну-ка скажи-ка мне. Опа. Бам-бам-бам. И отлично. Провернулся, раскрутился, прокрутился. Мне тебе нравится этот прием. Просто вообще прием этот нравится. Прям всегда нравился. Я по-любому помню, что когда играл раньше, мне по-любому этот прием тоже нравился. Так вот, друзья, тот твой самый главный враг находится внутри тебя. Самого, друзья. Вот так вот, да. Поэтому смог. Опа. Саб-Зиро. Должны сначала видеть самого себя. И твой самый важный, твой самый главный враг находится вот именно, друг мой, внутри тебя. Что мы с этой банкой разберемся или как? Опа. За консервной деревяшкой. Опа. Воу. Опа. Ну-ка, 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 последнее пропиши кому красивенько. Опа. Воу. Ладно, пусть так будет. Нормально. Я никогда не подчинюсь. Просто видно, как натренировался, набрал, да, скиллуху просто конкретную. Поблизости сильная энергия. Рэйчел? Они не должны его забрать. Благодарю, лорд Рейден. Я Смоук. Что вы делаете во внешнем мире? Принимаю участие в турнире, чтобы спасти земное царство. Присоединяйся к нам, Смоук. Прошу прощения, но если сектор искал меня, то он находится и на Саб-Зиро. Саб-Зиро? Можете звать меня чудаком с буквы М, но разве мы не видели его смерть? Великий мастер намерен обратить всех Линквей киборгов. Мой друг в опасности. Турнир. У меня такое чувство, что твой друг будет там. Тогда идем. Душа Саб-Зиро стоит на кону.
Смотри-ка, уже нам спойлерят, да? Спойлерят, что там дальше у нас будет сюжет Sub-Zero. И тут у нас... Путь поединка. Вушу. Дух Вушу. Фирлэс бесстрашный. Нет страха. Это люди. Выжженная земля. Это Mortal Kombat. Для вас был представлен сегодня чаптер номер 7. Мы сейчас перейдем на чаптер номер 8 за Sub-Zero. Правда, за брата, но все же Sub-Zero. Поиграем и посмотрим, что там дальше будет по сюжету Mortal Kombat. Смертельная битва. Я уже сказал, твой самый главный враг находится внутри. Я самого друзья. Не знаю, что будет дальше. Мне очень понравился персонаж Смоук. Во внешнем мире мы с вами посмотрели. Выжженная земля, все это самое, да. Да, ну, попиздились. Есть эти самые, снова посмотрели Титаны. Она все занимается дракой, битвами, сражениями, противостояниями. А нужно заниматься такими девушками. Боже. Ладно, друзья. Посмотрим, что будет дальше. We want to smoke. Смок персонаж хороший. 7-й эпизод был, впереди 8-й. Sub-Zero, брат, Sub-Zero, неважно, как все это Sub-Zero. Приятели Лин Куэйна, все это самое. Все, давайте начнем на этом заканчивать серию. У нас сейчас будет следующее. Я запишу сейчас подряд серию, соответственно. Да, я все-таки набрал скиллуху, маленько размялся. Почему бы не записать еще серию подряд? Насчет серии 9, не знаю, буду ли записывать подряд, но посмотрю. Ну, серия будет выходить подряд. То есть 6-я вышла вот только что, да. 7-я выйдет, 8-я и 9-я. Для вас работал сегодня Александр Смит. Как и всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Всем до встречи в следующих прохождениях игр и в сюжете Mortal Kombat. Все, всем пока!